Тук-тук. Боже, я... Куклы, много кукол. Знаю. Думала, будет весело, а на деле просто страшно. Кукла может стать изюминкой интерьера, но только если правильно в него вписана. Не превратить гостиную в кукольный домик, а спальню в декорации для сомнительного ужастика помогут советы дизайнера. Под разный стиль интерьера можно подобрать различные куклы. Если это какой-то марокканский стиль, то может быть это даже какие-то куклы из кожи или имитация, скажем так, похожая. Милые текстильные тильды, авторские красавицы с неповторимыми чертами лиц, яркие персонажи в народных костюмах, шарнирные и даже готические куклы сегодня пользуются большой популярностью. Важно помнить, что все они должны занимать почетное место в интерьере. Не нужно насыщать пространство вокруг кукол другими деталями. Ничто не должно отвлекать взор входящего в комнату человека от главных героев игрушечной истории. Не должно быть обязательно много. Это может быть одна или, допустим, например, небольшая какая-то семья. И понимание кукол, оно, в принципе, различно, потому что есть какие-то набивные, а есть, допустим, кто-то современной коллекции собирает. Это и Барби могут быть. Подумайте, в каком окружении лучше всего будет смотреться кукла. Например, читающую героиню лучше всего усадить на книжную полку. Этот прием поможет оживить интерьер. Самая распространенная ошибка является хранение кукол под стеклом в шкафах. Они лишены воздуха и жизни. Если вы хотите защитить свою любимицу от пыли, то лучше храните ее под специализированным стеклянным колпаком. Еще один беспроигрышный вариант – поставить куклу у зеркала. Этот прием позволяет создать дополнительный объем, придает таинственности и значительности предмету. В интерьере могут быть не только куклы, но и предметы интерьера, связанные непосредственно с кукольной тематикой. Это могут быть даже маски, держатель, например, для одежды. Вазоны могут быть соображением кукол или элементов части, скажем так, куклы. Пора расстаться со стереотипами о зловещей Аннабель или кровожадном Чаке. Кукла способна задать настроение и характер интерьеру, оживить обстановку, а также создать атмосферу праздника в доме.